никак не успокоится. Клубная дача никак не успокоится, да, действительно, мы не можем никак остановиться, потому что клубневых у нас много, и сегодня мы выкапываем с болота. Что бы вы думали? Вот что туда. Застрял по уши. Я болото. Да я вижу, что по уши. А копаем мы сегодня колоказию. Уши слона. Вот как раз я понял, почему уши слона. А слон утонул. Только уши остались. Вот в таких условиях она растет, решили выкопать, потому что ожидаются заморозки у нас. Вот то, что сильно мокрое. Ничего себе, какие клубнищи. Вот это клубнищи. Не зря мы клубная дача. Смотрите, какие клубни. Уже зима почти, уже мороз. Вот это еды. А она растет? Да, растет. Что ей, заморозков не было, растет. А у нас здесь болото. Поэтому и выкапываем, что болото тут стоит. Давай. Следующий. О, слышите, как чаукает. Чаукает, чаукает. О. Вот такие у нас работы зимние. Или позднеосенние в нашем саду. Огороде. Вот она, наша колоказия. Сейчас мы ее увидим во всей красе. Конечно, после земли ее не видно. Теперь понимаете, почему мы все моем? Да, смотри, чтобы какие... было чисто. Смотри, ой, чтоб... какие огромные. Для... Вот. Вот это картошка. Это моя нормальная рука. То есть, я бы сказал... Работящая, но тут я в шоке. Есть, что есть, честно говоря. Да, есть и поменьше, но... Поменьше на развод, побольше съесть. Ну, классно, вот это колоказии, это колоказии. Тяжело найти их в этой грязи. Смотри, какой... А, там еще больше, такое ощущение. Вот это красота. Я не знаю, почему до сих пор мы ею не увлеклись так сильно. Не, увлеклись, просто мы ее размножаем. Не, ну её, она, конечно, любит полив. Видели, да? Как она воду, растет. Воду она любит. Очень много воды ей надо. Полив у нас летом. Все, что не поливается, колоказия всегда поливается. Красавчики. Дубайская. Так и будет называться она. Да, дубайская. Под номером 2 у нас. Одна тайландская, одна дубайская. Ну, размер шикарный. Класс. Супер.